Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Обанкротившаяся управляющая компания в Кирове продолжает собирать деньги с горожан. Это муниципальная компания ЦКС. В мае она была признана банкротом, у нее отозвали лицензию. Дома, находившиеся в ее управлении, исключили из реестра лицензий. Но при этом компания продолжает рассылать квитанции. В частности, их получают жильцы аварийного дома на Володарского 72А, где температура в квартирах не выше плюс 15 градусов, из-за чего люди вынуждены окапывать снегом стены здания. Аналогичная ситуация была в другой муниципальной управляющей компании УК Ленинского района. Как отмечают в ОНФ, деньги свои люди, оплачивающие такие квитанции, рискуют не вернуть. Программа «Экономика». Дорожный фонд в следующем году превысит 7,5 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов, это 55%, планируется направить на региональную дорожную сеть. Треть этой суммы пойдет на содержание дорог, остальное на ремонты. 3,2 миллиарда, это 42% дорожного фонда, будет выделено на автомобильные дороги местного значения. Еще 276 миллионов, это 3,5% фонда, чиновники решили потратить на фото- и видеокамеры и на разработку программы развития транспортной инфраструктуры в Кировской области. В 2022 году хотят купить 32 комплекса фиксации нарушений ПДД и разместить их на улицах Кирова. Кроме того, по области распределят 79 стационарных комплексов и приобретут еще 12 передвижных. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Оцифровка – процесс, позволяющий навести порядок в финансовой стороне вашего бизнеса. Для грамотного управления и планирования нужно создать систему сбора данных. Это большая работа, но сделать ее нужно только один раз. Вторым шагом к порядку финансов нужно сгруппировать доходы и расходы, говорит руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Доходы мы смотрим в разрезе, может быть, юридических лиц, нам интересно. Либо мы смотрим, например, в разрезе по группам товаров, какие у нас товары продаются, по направлениям деятельности. То есть нужно понимать, да, доходы вы собираете как. Расходы точно так же. Нужно определиться, например, что у нас относится точно на себестоимость продукции, либо на себестоимость товара, либо из чего складывается у нас оказание услуги, стоимость. Дальше смотрится, группируются уже другие расходы, например, содержание офиса, реклама. То есть на этом этапе мы подготавливаем данные для дальнейшего сбора. Далее остается сформировать отчеты на основе этих данных. Так вы получите большое поле для анализа выводов и идей. Мы продолжим в следующих выпусках, а если вы хотите знать и уметь больше, приходите послушать Татьяну Максимчук на семинар «Финансы для нефинансистов» 3 декабря на понятном языке. Она расскажет про наведение порядка в вашем бизнесе, об управленческом учете и о том, как его выгодно использовать. Подробности и регистрация на сайте бухгалтер043info.ру, возрастное ограничение 18+. Экономика. В завершение, в валютах: доллар сегодня 72 рубля 27 копеек, евро стоит 82 рубля 77 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.